Короче, пацаны, я иду у вас на поводу и надеюсь, вы меня тоже поддержите. Я выпускаю этот ролик без рекламы. Основной мой рекламодатель, вот который Bad Boom, он проверяет мою статистику для того, чтобы дальше продолжать со мной сотрудничать, если его все устроит. Я хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал. Просто подпишитесь и все. Я там провожу для вас сейчас розыгрыши, разыгрываю игры UFC 5. Вы можете также, если выиграете, забрать это деньгами. Вот, для вас это будет огромная поддержка, пацаны. Поверьте мне, что я теряю огромный кусок денег из-за того, что, ну, когда не выпускаю ролики, да, когда выпускаю ролики без рекламы, из-за того, что, ну, UFC выходит раз в 10 лет и идет хайп, а они предлагают неплохие деньги, потому что просмотры хорошие идут. Но я хочу и вас уважить, поэтому просто перейдите по ссылке в описании и подпишитесь на мою телегу. Мне будет очень приятно, пацаны. Давайте сделаем 10 тысяч. Сейчас там 7200. Да, цифра большая, типа 2800, но... Если каждый там, не знаю, сотый хотя бы перейдет, мне будет приятно. Предыдущей серии. Вы все готовы к действию? Давайте немного потрахаемся. Это сенсация в социальных сетях. Да, странно, что иногда это дерьмо перепечатывается в интернете. Вы это видите? Тренер, это было несколько месяцев назад. Вы уже знаете, что я покончил с этим? Да, я знаю. Посмотрите, кто разместил это сообщение. Это Дана Уайт? Нет, это должно быть поддельный аккаунт. Зачем мне подписываться на поддельную Дану Уайт? Какого хрена? Это безумие. Знаете, что еще более безумно? Мне позвонили из UFC и предложили вам место в серии претендентов Даны Уайта. Вы, вероятно, уже были на этом радаре. Если это снова всплывет, это определенно не повредит. Серия претендент? Вы что, издеваетесь надо мной прямо сейчас? Я бы не стал шутить по этому поводу. Это действительно так. И один мой друг связался со мной и сказал, что мы можем тренироваться как институт UFC Performance Institute. Так что пакуйте свои чемоданы, сенсация. Мы отправляемся в Вегас, детка. О боже, малыши. Я не могу в это поверить. Как мило. Тренер. Да? Это был всего лишь Форест Гриффин. Да, малыш. Я знаю, кто такой Форест Гриффин. Он входит в зал славы UFC. Послушайте, вы увидите здесь много бойцов, хорошо? О боже, я надеюсь. Да, так что же вы думаете, малыш? Вау. Я имею в виду тренера, это место просто потрясающее. Не так ли? Это тренер Ди. Привет. Я так рада, что вы смогли прийти. Спасибо вам. Я не мог упустить такую возможность. Конечно же, это должно быть ваш последний претендент, не так ли? Это сенсация. Меня зовут Валентина. Приятно с вами познакомиться. Я вас знаю. Я уже видел вас раньше. Я, очевидно, видел, как вы сражаетесь. Я не знаю. Я хотел сказать, что мне было приятно познакомиться с вами. Приятно с вами познакомиться. Приятно с вами познакомиться. Вы можете отпустить свою руку. В этом деле много энергии, не так ли? Да. Мы собираемся извлечь из этого пользу. Это невероятное место. О, да. Потому что это лучшее учебное заведение в мире. Такого места, как это, нигде нет. Вы слышите этого парня? Не устраивайте беспорядок в этом заведении, как в моем. Вы же знаете, что она одна из коз, не так ли? Она надерет вам задницу, выследит меня и надерет мою тоже, хорошо? У вас все хорошо, с вами все в порядке. Хорошо, идите и готовьтесь. До встречи. Да, тренер, никаких проблем. Я так рад, что у меня есть фонтан в терапевтическом бассейне. Возможно, вы сможете туда попасть. Я думаю, мы сможем это выяснить. Именно так. Правильно, красиво и плавно. Отлично, отлично. Отличные снимки. Все в порядке. Все в порядке, чемпион. Все в порядке. У нас был отличный тренировочный лагерь. Вы как нельзя лучше готовы к этому бою, хорошо? Просто вспомните все, над чем мы работали. Следите за своей выносливостью, атакой и защитой. Внимательно изучайте своего противника, хорошо? И сохраняйте хладнокровие, когда ситуация накалится. И прислушайтесь к своему тренеру. Эй, она сама это сказала. Извините, что прерываю вас, ребята. Я просто хотела пожелать вам обоим удачи. Надеюсь, все прошло по плану. Честно говоря, это было невероятно. Большое вам спасибо. Действительно, да, и мы надеемся когда-нибудь вернуться сюда снова. Конечно, но тогда вы будете сражаться первым. Хорошо? Желаю удачи. Я как раз собирался сказать вам об этом. Все в порядке. Как вы себя чувствуете? Вы готовы устроить шоу? Вы на 100% правы. Все в порядке. Это ваше дело. Давайте возьмем его. Поехали. Поехали. Итак, друзья, всем привет, с вами, как всегда, Антон, и сразу хочется сказать, что боты, которые были в первой серии, друзья, это разогревочные боты, они не легендарного уровня, они созданы, чтобы, типа, дать человеку потренироваться, чтобы он привык, поэтому вначале нам и показывали, вот, как делать вот этот прием, как делать вот этот прием, и так далее. Итак, сегодня мы с вами начинаем с прокачки бойца,
Как мы видим, здесь можно, вот, например, апгрейдить что-то. Что мы будем в стойке брать? Во-первых, я хочу, наверное, взять скорость, да? Наверное, я хочу взять... Ну, руки прокачаем по-любому. Несколько раз. Даже можно прокачать... Вот так вот. Я понимаю, что я обещал ноги качать, но... Друзья... Ноги тоже не забудем. Вот кик пауэр. И сюда два раза. Вот, у нас будут удар руками, удар ногами. 4 звезды. Это очень хорошо. Дальше мы будем прокачивать скорость передвижения. Я так понимаю, это у нас идет футворк. Вот, да, спид и так далее. Давайте парочку это качнем, чтобы мы могли догонять. Даже 3 раза. Даже 4 раза. Хрен с ним. И теперь мы перейдем... Стоп, это не сюда, пока нам это не надо. Мы хотим перейти в грэплинг, нет, мы хотим перейти в кардио. А, 15. Что мы можем здесь? Резист, ну блин. Против этих, против сечек, ладно, это потом. Короче, прокачали стойку, мне это нравится. Давайте перейдем в перки, посмотрим, что мы можем здесь добавить. И у нас есть перки, которые стоят по 10, кстати, это хорошо. Ноги у нас закрыты. Поэтому пока что, да... А, мы же можем их открыть. Это у нас-то фронт-кик. Да, вот это мне нравится. Это... Ах, блин, 12. Ладно, хорошо. Медиа, пока ничего нету. Ну, нажимаем файт. Вот здесь уже начнется все по-другому, я думаю, да. Нихера себе! А сколько у меня? У меня 2 звезды, а у него 4? Ой, 3,5. Хайп, very low, очень низко. Кикбоксер. Так, подожди, а есть у меня другой выбор какой-то? Я не могу никого выбрать. Вот этот парень, 10 тысяч за победу мне дают. Блин, друзья, ну это очень будет тяжело. Ладно. Нет, или можно как-то поменять? Я что-то побаиваюсь его. Я что-то реально его побаиваюсь. Так, мы можем взять... Нет, мы берем максимально 3 дня. Подождите. Так, нам пишет тренер. Короче, тренер нам говорит о том, что ты должен говорить какой-то трэш-ток, что-то, типа, вести какие-то диалоги с бойцами, это люди любят, типа. И я ему отвечаю то, что хорошо, тренер, я буду это знать. Ну вот, такой коротенький пересказ. Итак, у нас с вами имеется фитнес, вы можете видеть, да, сердечко. Мы не должны его перекачивать на красную сторону, потому что мы будем в этот момент больше травмироваться, меньше иметь параметры и так далее. У нас идет хайп, пока что он очень низкий. Можно делать спарринг, можно делать, не знаю, типа приглашать бойца, вот, проводить хайп какой-то. Поэтому, наверное, я начну с хайпа, хочу больше денег зарабатывать. Сюда нажимаем, полтишок. Давайте сюда тоже 10 зажмем. Я не знаю, что это я делаю, ну да ладно. Прибавили, остается у нас 40-ушка. И я пойду, наверное, на спарринг. И здесь мы будем прокачивать следующие навыки. Вот что нам здесь выбрать? Смотрите, нам дается здесь крэн-кик. Вот. А, у нас еще есть вот это самое безопасное. Видите, лоу риск, типа, ну, маленький риск травмироваться. Боксинг. Ну, блин, хочется, наверное, муай-тай. Хочется муай-тай. Поехали. Так, мне нужно бить по корпусу ему. А, я могу просто... Я могу просто вот так делать и все. Так, это у нас здесь лэнг клинч. А, мне нужно ударить коленями его. Хорошо. Просто колени. Нормально, посмотрите, я спарринг-партнера своего гашу. Вот напишите в комментах. Так, это у нас идет локти. У нас, кстати, нету другого локтя. У нас есть только правый. Так, крэн-кик. Я не знаю, считается ли это крэн-кик. Вот считается крэн-кик. Блин, как же здесь легко будет загасить этого парнягу. Интересно, что будет, если я его вынесу? Интересно вам, пацаны? Но пока что не тяжелый бот передо мной. Хотя огрызаться он любит. Wow,
так сильно, наверное, перегреваться не нужно, но у нас модификатор пока на низком. Я, наверное, буду половину перематывать тренировок. Если что-то будет интересное, вот типа такого, когда спарринг-партнер начнет завтракать зубами своими, то тогда я, да, вставлять буду. Мне кажется, если его вынесу этим ударом, а я его вынесу этим ударом и прокачаю себе крэн-кик 3-го левела. Хорошо, насрать на него, пусть меня ненавидит. Даже интересно, что напишут мне, ничего пока не написали. Главное, чтобы это засчиталось. Мне не жалко спарринг-партнера, потому что это 100% те ребята, сыновья тех ребят, помните, от которых я страдал в 4-й части. А те, кто смотрел, 100% это помнят. Так. Давайте я, наверное, потренируюсь. Сделаю все для того, чтобы мы стали более популярными. Опять мы здесь используем десяточку. Может быть, кого-то приглашу. Но пока, наверное, лучше отдам... А что это такое вот это вот? А, это узнать, типа, побольше о нем. Да пошел он в жопу, я и так его уделаю. О! Спарринг-партнера не существует больше. Но мы зато прокачали фронт-кик. А, вот, фронт можно было качать, да. Вот две звезды он у нас стал. Хорошо, пойдемте в боксерскую. В боксерскую мясорубочку. Ну я ж уклоняюсь, ё-моё, а что делать? Ну я уклоняюсь, написано же, типа, уклоняйтесь. Ну давай, блядь, я не успел, короче. Я уклонялся, а он просто не бил, этот чел. И я половину тренировки просто простоял. Ну да ладно. Так, у нас есть 28 очков, друзья. И мы 100% должны с вами эти очки куда? Правильно, мы должны их вставить в кардио. Тут гадалки не крути. Кардио, и мы можем еще купить перк. И перк у нас будет вот этот вот. Фрункикиш мы хотим, правильно. Что тут еще есть? А, у нас такой стоит. Не, мы хотим фронты. Мы хотим фронты, да. Отлично. Потому что мы хотим быть кикерами. Так, хорошо, поехали дальше в спарринг. Короче, моя задача, пацаны, просто избивать тренеров. Все. Я хочу уничтожить их. У меня все равно все тренируется, посмотрите. Я только что боковую использовал. Ну, то есть боковую прокачал. Почему бы и нет? Какой-то еще тип коммент написал, то что, Антоха, ты должен быть грубее. Ну вот, давайте начнем с спарринг-партнеров. Гляньте! Гляньте прокачку. Сейчас я еще оверхенд сделаю, смотрите. Посмотрите, я сейчас оверхенд прокачаю. Вставай, 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 неуклюжий, блядь. До свидания. Да, сви... Ах, ты не прокачался. Наверное, за нокаут дают какое-то определенное большое количество очков. Но повышенное, по-любому. Ладно. Тем более, когда ты прокачиваешь бойцовские навыки, именно внутренние. А, нет, 23 очка всего у нас. Что-то маловато. Он нам пишет то, что для того, чтобы мы получили контракт, мы должны отправить своего оппонента, ну, спать досрочно. Так, по сути, мы должны еще что-то прокачать. У нас есть 26 очков. И это будет 100%. Вот я не знаю, кардио мы прокачали. Вот это у нас, это челюсть. Но я хочу еще кардио прокачать. И челюсть нельзя. Ну, катрезис. Вообще ничего нельзя, мы просто бомжи. Итак, у нас с вами 1023 фаната, плюс еще вы. Давайте, держите за меня кулачки. Теперь бот будет серьезный. Правильно, красиво и плавно. Отлично, отлично. Отличные снимки. Все в порядке. Все в порядке, чемпион. Все в порядке. У нас был отличный тренировочный лагерь. Вы как нельзя лучше готовы к этому бою, хорошо? Просто вспомните все, над чем мы работали. Следите за своей выносливостью, атакой и защитой. Внимательно изучайте своего противника, хорошо? И сохраняйте хладнокровие, когда ситуация накалится. И прислушайтесь к своему тренеру. Эй, она сама это сказала. Извините, что прерываю вас, ребята. Я просто хотела пожелать вам обоим удачи. Надеюсь, все прошло по плану. Честно говоря, это было невероятно. Большое вам спасибо.
спасибо. Действительно, да, и мы надеемся когда-нибудь вернуться сюда снова. Конечно, но тогда вы будете сражаться первым. Хорошо? Желаю удачи. Я как раз собирался сказать вам об этом. Все в порядке. Как вы себя чувствуете? Вы готовы устроить шоу? Вы на 100% правы. Все в порядке, это ваше дело. Давайте возьмем его. Поехали. Поехали. Блин, здесь еще... все так банально, типа они говорят там, держи стамину, там этот бой очень важен, то есть, ну, такая чушь, которую, мне кажется, что мой перевод, который делает Яндекс, это не я перевожу, если что, пацаны, это наоборот находка, это красит эту игру, вот, все, поехали, судья, кстати, из UFC, Пердин, так, у него, не забывайте, 3,5 звезды у этого типа. И он у нас вроде бы кикер. Ух ты. И пока мне не нравится, как он бьет меня. Хорошо. Боковой. Тыканем. Отойдем. Хорошее колено от нас было. Блин, очень быстро он наносит удары. Вот как только я хочу что-то сделать... Хороший боковой. О, как хорошо свалили. Берем клинч. Здесь уже по-другому. Посмотрите, как бот действует. Не тратим выносливость. Опять я не сконтролировал эту дистанцию. Хорош. Хорошо. И мидл. Хорошо. Тип-кик. Блин, ну пока идеально, пацаны. Не достали. У него травмированы легкие, значит, у него хуже восстанавливается стамина. Нужно прессовать. Как он только что разорвал, вы видели? Это только легендарные боты делают так. Ах ты, зараза, блядь. Интересно, есть у меня что-то такое? Ну, это локоть. Локоть я хотел вставить. Крэнкик. И через хай. Фронтяра. Восстановимся, восстановимся. У меня нет, кстати, комбинации, если вы... А, есть комбинация. Прямой плюс хайкик в голову. Пока я напряжен. Ух ты, надо отойти, потому что чайник закипел. Кажется, что все легко, но в любую секунду я могу просто проиграть. Мне кажется, надо больше накидывать прямых ударов. Хорошо то, что я остановил свой удар. Было бы очень неприятно. Пока что я начал даже отставать. Пизда, нет! Нет, 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 нет! Ой, это локоть был. Блин, я вроде бы бой выигрывал, но... Какого хера мне показывают подсказку? Блин, жестко он меня травмировал. Так, у меня есть травма глаза. Ничего не могу сделать! Все, что я пытаюсь сделать, он все пресекает. Все пресекает. Если что, здесь может, пацаны, быть остановка доктором. Как же он классно хайкик рассчитал. Какого-то шума не хватает. Я вот убрал музыку с... которая была там. Может быть, из-за этого так кажется? Ну, в бою-то и не должно быть музыки. После боя я буду свою вставлять, чтобы, не дай бог, на авторское право не налететь. Жесть, какие у него длинные руки. Я опять получаю травму глаза. Пиздец, он меня зажал. А вы думали, что мне будет легко. И хайкик. Хорошо! Не достаю боковым. Разве не... Это прекрасно! Я не знаю, почему этот бальбулятор не держал блок. И потом фронт. Может быть, из-за того, что я... Хорошо, остановил. Из-за того, что я бью ему по корпусу часто. Ах ты, как больно, а. У него травмированы легкие. Надо его попробовать поднапречь.
и локоть. Как же эта комбинация медленно вылетает по сравнению с четвертой частью. Ух ты, хорошее попадание. Блять! Много он очень стамины выпустил, но почему-то стамина не так сильно тратится, как я хотел бы. Я нормально так сейчас степнул. Очень хороший получился момент, хорошо. Все пресекает, просто... Такой барагозник, я охуеваю. У меня боковой интернет интересно вылетает. Минута еще, ребята, минута. Да это невозможно! Хайкик! Фронтяра! Очень интересно. Очень интересно и познавательно. Теперь у меня легкие болят. Хотя я вроде бы не курю. Блин, очень, очень стрёмно. Я даже напрёгся, я выпрямился полностью. Киберспортивная поза. Ну что, в третий раунд надо выходить, пацаны? Блять, он еще и тейкдаун делает, вы представляете? Ты че, пенсионер? Ну я выйду, по-любому, спокойненько. Хорошо. Хорошо. Залетает пушечка. Я сделал фейк, он на него отреагировал. Я отошел на ту дистанцию, с которой удобнее всего наносить хайкик. И у меня это получилось. Я думаю, что этот раунд мы забираем. Я не имею права смотреть и останавливать статистику. Это было бы нечестно. То есть я и угловой, и бой веду, грубо говоря. Поэтому представим, что угловые мне сказали, что я бой выигрываю. Бля, отойдем, пацаны. Потому что таблетка начинает плавиться. Бля, он какой-то читер, реально. У него очень все быстро. Но у него и 3,5 звезды. Так, как же его развести? Ах, блядь, я ж... Хорошо, хук второго уровня. Бьем! Лежать! Что, загуляла, мать? Ну это тоже некрасиво было с твоей стороны. Так человек никогда не сделает. Это тоже некрасиво с твоей стороны. Ты слишком много уклоняешься. Бородавка. Не знаю, кто сейчас выигрывает, но я его... Я его сейчас... Блять! Ух ты, ёкарный бабай! Рыжая бестия просто стерла меня с лица земли вот этим фронтом. Я не ожидал, посмотрите. Что я собирался делать? Блять, я точно билет на тот свет не брал в этот момент. Ну просто жесть, какой удар. Бам! Ну что, начинаем карьеру Артема Лобова, пацаны, с поражения. Вообще шок, что мне интересно скажет. Что мне скажет этот, как его? Да, это Дана Вайт хотел сказать. Дана Вайт мне скажет, ё-моё, по телевизору, что это за чердак, зачем я вообще потратил на это свое драгоценное время. Охренеть. Блять, просто все фаны ушли. Пацаны, я надеюсь, вы не такие. Я надеюсь, вы не такие. Ладно, хоть кэш дали, пацаны. Будет на что забухать. Потом после бухла антидепрессантов купить. Начинается несладкая жизнь, пиздец просто. Да. Ну, кстати, я выполнил просьбу тренера, я закончил бой досрочно. Блин, вообще шок. Интересно, здесь можно как-то мутить? Ох, просто посмотрите, мне дали какого-то гремлина. С какой берлоги ты вылез, дятел? Кто это такой? У него 0,5 звезды, блять, вы что, издеваетесь? Какой нахер, блядь, 5 недель? Одну неделю я возьму, я не хочу. Коуч, братуха. Ну, короче, говорит, что я должен там внимательнее смотреть и так далее про этого бойца. И я написал то, что хорошо, я посмотрю его
Ну, там написано кассету, я так понимаю, это нужно посмотреть, на что он способен. Вот. Но мне не сильно интересно. Чё, угораете надо мной? Пацаны, в первом раунде, нокаут в первом раунде, даже несмотря на то, что... Блядь, ты хоть бы козявки с носа вытер, а? Подосиновик раздавленный, блядь, вы видели? Посмотрите, до нас уже кто-то здесь ругал, это, рыгал. Первый раунд, пацаны, нокаут. Бежать, ведро с гвоздями, блядь. Хорошо. Ну вы прикиньте, у меня удары там 4 уровень, у меня дэмэдж какой. И против меня выходит чувак, ну я не знаю, с соседнего детского сада. Ну, пацаны, какие там подготовки к неделям? Блядь, чувака в костюме там забрызгало каплями. А что он там? А, я хотел сказать, что он там один сидит. Типа билетов, что ли, не было? Какие билеты, если это... Хотя, не, много. 229 фанатов. Считайте, я побывал на свадьбе у каких-нибудь цыганей. Хотя, что я несу, блядь? У кого больше всего так, знаете, типа... Ну да, у цыган всегда такие свадьбы, да, обширные, прикольные. Бля, я начинаю бредить. Мне кажется, что этот фронт-кик повлиял не только на мозги моего бойца в этом... В этой карьере, но еще и на мои. Так, китайоза. По-любому я кого-то задел, когда нажрался после боев. И задел кого-то из мафии. Вот нам дают такого парня. Нам, кстати, даже выбирать нельзя, помните? Нам можно было выбирать, здесь выбирать нельзя. Вот, ну здесь я, короче, возьму 4 недели. Я здесь, наверное, тренируюсь, вам это просто показывать не буду. Хочется поднабрать очков. Короче, тренер нам говорит, чтобы я приглашал каких-то ребят. Вот, для того, чтобы они со мной тренировались. Нам сабмишины не нужны, нам нужен что-то типа такого, как кик. Фронт-кик у нас есть. Так, у этого чё? Ах ты, нихера себе, сайд-кик. Ну, кстати, прикольно, давайте его пригласим. Я не знаю, там смогу ли я это нажать, то, что было написано, но удар хочу какой-то ногами изучить. Так, это получается L1. Плюс крестик и нолик. Lead body spinning kick. L1. Что мне надо делать, блять? L1. Ну вот, L1. И что мне делать? А, дальше L2 крестик. Ну охуительный ты, блядь! Я нормально сейчас бабок потрачу. L1 плюс крестик нолик. Крестик нолик. L2X. Как вам наша тренировка? Просто я пришел на бальные танцы. Я не знаю, ну вот что написано. L1 плюс крестик нолик, L2 плюс крестик. Да, блядь. Как вам моя карьера, пацаны? Вот вам нравится ощущать то, что я сейчас ощущаю? Мне даже сказать нечего. То есть я просто не понимаю, что от меня хотят. Какой удар вообще хотят от меня? Да я хотя бы тебе наколдырю, блядь, придурок. Нормально? Вот скажи. Нормально вот так вот жить? Когда у тебя в мозгах футбольное поле, блин. Просто я Трампа получал. Ну, try на гайн будет неправильно нажать. Я не знаю, пацаны, засчитается это или нет. Вы видели, я его вынес на последней секунде. На нулевой секунде. И мне дали третий уровень этого. Не знаю, убил ли я тренера, нет. Самое главное, чтобы нет. Так, прокачка, пацаны. Прокачечка у нас будет... А, но у нас 100% не хватает вот этого.
надо подвосстановить. Чего нам не хватило? Нам не хватило 100% челюсти. Кардио нам хватало. И у нас, ну вот еще и скорость. Очень важна скорость, друзья. Так, здесь все, мы делаем симуляцию. И по сути, да, 10-2 у этого парня. Вы представляете? 10-2 у этого парня рекорд с двумя звездами. Мун, Мун. Ну сейчас ты отправишься на Мун. Ладно, надо первый раунд оформить. Охереть. Или не надо недооценивать, пацаны. Два поражения за ролик будет прикольно. Ё-моё, барабашка, ты чё? Что? У него полное здоровье головы? Это скрипты или что? Каким образом я ультанул так, что этот чел просто проиграл мне? Посмотрите. Он ничего не сделал. Вот это базуки, пацаны. Мне кажется, что у них не прокачано просто здоровье. И моя мощность, она на предельном уровне на данный момент для таких ботов. Какой-то шок. Он еще и расстроился, блядь. Ты радуйся, что тебе есть куда корм, ёптать, сувать. А то башка могла бы отлететь. Так, фаны вернулись, гляньте, пацаны. Опята вернулись, которые в тот раз убежали. Понравилось им, что я только что сделал. Блять, ну зачем вы мне даете вот с каких-то кабаков, я не знаю, откуда он, с пивнухи с какой-то вышел. Посмотрите на него, блять. В 93-м году татуировку себе наклеил, когда еще был малолетним дебилом. Просто шок. Ему на операцию этому парню надо с 0,5 звезды, он вышел со мной драться. Ну, я имею в виду там здоровиться, поправить и так далее. Я даже не буду тренироваться, пацаны. Я везде симуляцию нажму. Ну шо, вы прикалываетесь? Что это за серия? Блядь, ты просто проиграл, и ты пошел по какому-то навозу. Тебе дали виллы, и ты сказал, вот, говорят, типа, вот, кидай говно. Из стороны в угол. Из стороны в сторону. И вот я раскидываю. Посмотрите на этого парня. Блядь, он, я не знаю, он косит под Майка Тайсона. Это даже не Алиэкспресс, друзья. Файт, ёптать. Ну ты, конечно, мощь, блядь. Просто шок. Выстрел. Все, что ты сегодня приобрел на утро, когда тебя жена на этот бой собирала. Собирала она на 100% его ради страховки, потому что она знала, куда он идет. Смотрим, блядь. Пам. Фейерверк заказывали. Блядь, ну это какой-то бред, реально. Ну я сам себе это устроил. Просто пиздец. Во что всех ищут, на ком татуировки поучиться поделать? Посмотрите на них, что это такое? Блядь, чувак. Чувак! Ну ладно, давайте откажемся от него. Ну повыше, повыше, бродягу. Я не могу, ты откуда, блин, а? Внук какого-то директора школы. Ты откуда, блядь? Один день мне надо, и та будет симуляция. Потом потренируемся нормально, пацаны. У меня уже реально падает даже фитнес, это вот, ну назовем это структура, да? Вроде не падает, когда симуляцию делаешь, она поднимается сама. Я просто иду драться, ну пацаны. Посмотрите на него и на меня! Блять, я слесарь какой-то с завода с ключом, и на него посмотрите. Чувак с какого-то показа моды спустился, блять, ты чё? Индеец, блять, здесь в UFC пробиваются. Они ищут, у кого пистон, блять, пососать нахуй. На, ёпты. Что происходит? Шок какой-то, блять. Мне уже начинают давать гномов из этой сказки. Как она там, это, Белоснежка и 9 миллионов гномов. Капец, капец какой-то. Я час сижу, записываю. Просто по клавишам клыцаю.
Так, мне дали какой-то контракт. А что он обозначает? И с кем я буду дальше биться? Очень интересно. Во! Это тот, не, пацаны? Он с России, кстати. Адрика Пожары. Пожар. Ну, у девочек в трусах 100% пожар, когда они тебя видят. Или это не тот, пацаны? Это ММА. Very low. Я с одной недели пойду. Я прямо сейчас, я просто хочу, ну, камбэкнуться перед вашими глазами. То есть я вот даже ничего не буду качать. Я просто пойду как есть. Я в депрессии. Единственное, ладно, качнул. Ладно, добавим что-нибудь, пацаны. Добавим здоровье головы. Ну, это очень важный показатель. Все. Фух. Собрались, 3 звезды, это уже не 1,5. А, это та же самая организация, но он опасен, пацаны. Этот лев опасен. Я не знаю, почему у него такого телосложения. У меня прям Сёма выпирается из экрана. Мне кажется, он специально это попросил сделать. И тот уже до боя со мной посидел, гляньте на него. Эй! У меня все упало, посмотрите, у меня... Из-за того, что я не тренировался... Ну, я фантастическую карьеру себе наметил. Ой-ой-ой-ой. На, по корпусу, зараза. Куда ты меня берешь? Ой, ё-моё, ты же ММАшник, точно. Ух, если бы я сейчас попал бы. Ой, он промахнулся бы. От всего защищается и свои шпакли вставляет. Ах ты, блин. Так, смотрим. Да ёкарный баба, нихера он наколдырил мне. Попробуем подняться, я точно не хочу с ним в стойке, ой, это, лежать в партере. Да что ты делаешь, блядь? Кегля опаленная, почему ты меня валишь? Да ё-моё, он умный на самом деле в этом плане. Очень быстро фронт у меня вылетает. У меня слабая защита от тейкдаунов, у меня он просто спокойно валит. Но у меня есть гильотина. Давайте попробуем ее провести. Еще раз. А, он не дает мне ее сделать. Так, ну мы можем в маунт вылезти, правильно? А отсюда уже подняться. Меня постоянно в правую сторону переводит. Очень было неприятно. И отходим. Нормально, так на выходе он разорвал меня. Очень было эффектно, но почему-то урона я мало ему наношу. Хороший боковой. Как-то клинч по-убогому смотрится. Можем попробовать коленкой встретить. Угу. Так, мы получили травму. Ну, неплохо. Первый раунд неплохой. Но этого парня я спокойно не свалю, как предыдущих огрызков. То есть мне тяжеловато с ним. Бля, как же он все контрит. Это охереть просто можно. Ну и самое неприятное, да, это вот это вот положение. Ага. Ага. Ну и самое неприятное то, что он ММАшник, реально. Расходимся.
Как его поймать? Ведь он перебежки делает. Очень зрелый парень. И голова у меня разбита. Ну насадись, братан. Насадись на мой пыр. Ох, как хорошо-то я поймал. Столько по голове ему попадал, но у него много здоровья. До сих пор много здоровья. Как же больно он бьет их. Блин, тейкдауны очень спокойно проходят. Так, ну мы здесь спокойно встанем. Хорошо то, что у него не было мощи. А то бы я собирал бы по всей трассе свои запчасти с лица. Так, БЖЖ качается, это хорошо. Так, напихали. Брестлинг качается. Ну можем прессовать. Через хайкик. Колено, локоть. Очень медленная комбинация в этой части она. Так, будет сейчас на нас рваться. Он, да, тейкдаун пытается делать, запрограммирован. Этот баклажан с помощью, наверное, статистик. Колено, туда же. Мидл. Так. Ну пока плотненький бой. Ух ты! Посмотрите, он меня выучил, он начал фейки делать. Это, конечно, прикольно ощущать. И потом прямой. Но прямой не достаем. Раздергиваем. Шок. Очень интересно, пацаны. Прям реально напрягаюсь. Понимаю, что можно заспамить бота в голову попробовать. Но пока рановато, это риск большой для меня. Лучше вот так, аккуратно. Вот таким вот образом. Я должен был защититься от этого. Попробуем встать, дает. Хорошо, у него уже травмирована голова так, что... Что он испытывает сложности? Блять, заебал. Крэнкик не использую. Блин, хочется фронтом именно, знаете, качественно, типа... Разорвать его... Судьбинушку. Такая мразь. Я могу, кстати, проиграть от этого. Смотрим. Фронт. Угу. Так, восстанавливаем. Ух ты. Добавочка такая прилетела нам. Жесть. Да... Сука. Давай быстрее, переходи. Бежать! Теперь ты, блядь, не человек, а сопли на земле после таких-то выстрелов. Хорошо. Было тяжело. Чего-то мне не хватает. Я не знаю даже чего. Рост у меня максимальный, но мне некомфортно против них драться, до них тяжело доходить. Или мне нужно реально прокачать стойку хорошо. Или мне будет очень тяжко, пацаны. Это просто... Это вурдалаки, понимаете? Первого уровня вурдалаки вот эти вот. Это даже не уровень UFC. Может быть, я такой олень хреновый. Может, у меня реально лоб вселился. Ну, короче, эта серия получилась тяжелая. С первым поражением. Сейчас посмотрим, кого мне дадут. Я надеюсь, что дадут постарше, типа. Ну, типа, по... Круче параметрам. И травму получили. И фанатов получили. И кэшека сорвали. Кэшека нам не хватает от слова совсем. Я тот раз пригласил к себе типа...
Я не знаю, сколько он стоил, но я потратил куда-то все деньги. Так. Парня дали 3 звезды. А если мы его отменим? Кого дадут? О! Дали чемпиона, пацаны, за пояс. А, чемпион из Бразилии имеет рекорд. Тут не написан, да? Да, рекорд не написан, короче, у него. В следующей серии вы увидите вот этого Д'Артаньяна. Вот, поэтому ставьте лайкосы. Не забывайте то, что в моем телеграме проходит розыгрыш. И ссылку на него оставляю в описании. Надеюсь, вам карьерка нравится. Но я пока в ахуе.